стороне. На этой стороне салон? Нет. По той? На той, и мне надо. Ну, я, по-моему, вас возил, что мы разворачивались с вами. Да? Да. Может быть. У меня там свидание. Вот на... Сейчас он будет перекресток. И где-то меня там вот остановите. Возле той этой девятиэтажки, которая над дорогой. Вот я там получаю. Ну, на таксопарке развернемся. Я там украинскую получаю. Ой, господи. Я украинскую с 15-го года не получаю. А мы сколько денег туда вывезли? Через мост ходили, возили нас. Ну, тоже я. Что получишь, что отвезешь, надо ехать. Больше не рвать, там копейки в результате получаешь. А нервов. Здесь я жила в общежитии. Красиво. Слабый сигнал сети. А вот здесь где-то потом, да? Вам сюда? Вот, вот на ту сторону, где-то ж там вот. Ну это тогда на следующем светофоре разворачиваться. А что, а тут нельзя? Не, ну я здесь сюда нельзя, видите, знак стоит, туда заехать нельзя. Там мне не надо заезжать. Мне вот прям... сюда могу высадить, вот здесь. Не, вот на той стороне мне лучше. Ну, значит, тогда развернемся. Давайте, да. Хорошо, как надо, так это. А я когда-то с кем-то там вставала прям. Не-не-не, знак же он стоит, движение запрещено. Все. С 7 до 19 движение запрещено. Да, на эту остановку, да? Ага. Ну, парковка я имею. А так вы на Мира и живете, да? Да, всю жизнь. А может вы мне визитку дадите? Я часто езжу на такси. А вот сохраните мой телефон, с которого я звонил. Все, я поняла. Вот там не ошибетесь, там три шестерки последние. Как вас зовут? Я в Шпаркосе. Виталий. Виталий такси, хорошо. Да. Три шестерки последние, это мое.